Здравствуйте, передача о самом главном. Меня зовут Любовь, мне 40 лет. Дело в том, что в последнее время я начала замечать в себе какие-то изменения. Я стала какая-то более вялая. Вы знаете, я начала уставать к вечеру. Также обратила внимание, что меняется лицо. То есть овал плывет, какие-то отеки под глазами. Меня все это расстраивает и беспокоит. Да, я ухаживаю за собой, а я делаю маски для лица, я хожу на массаж лица. Но сейчас понимаю, что этого уже недостаточно. Я сделала процедуру по телу такими вот перчаточками, скрабирующими. И теперь буду делать маску для лица. Конечно, меня это расстраивает и огорчает. Потому что мой круг общения, мои подруги, они все такие спортивные, энергичные. Всем примерно по 30 лет. И я вот сейчас на фоне них замечаю, что я становлюсь какая-то другая. Вот возрастная, я бы даже сказала. То есть я уже чувствую возраст. Наверное, все-таки 40 лет. Это такой возраст, когда ждут какие-то изменения. И я понимаю, что сама я уже не знаю, что делать, как с этим справиться.